Добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу место, где можно найти уйму оружия, патронов и военной одежды, а также медикаментов. Погнали! А это военный лагерь на въезде в Луисвилль. Да, вам придется быть готовым. Как видите, я вооружился дробашом. И он мне и то может не спасти жизнь. С богом! Да уж, ну тут и ходячих. Не трожь палатку, собака. Офигеть их там, лучше не выходите. И вот у нас уже начинается военный лагерь, военные казармы. В них военные ящики с амуницией, а также одинокий генератор. А погодка-то все хуже и хуже. Ну а самый основной лут в таких вот контейнерах. Так что ищем их. Мы внутри. Тут темно, но мы видим эти ящики по подсветке. Их много, и в них дохренище лута. О, так это еще надо к дальним как-то, блин, пробраться. Ну что же, эта вылазка меня очень порадовала. Теперь наконец-то у меня будет спутниковое телевидение. Ах, даже не верится. Ну и естественно, теперь у меня есть два фонарика.